Активисты Одинцовского отделения партии вместе со сторонниками «Единой России» организовали для школьников экскурсию в рамках акции «Мой выбор». Старшеклассники Одинцовской школы номер 1 ознакомились с работой администрации городского округа. Председатель Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Татьяна Одинцова отметила, что цель этой акции – помочь выпускникам школ определиться с выбором профессии. Ребята познакомились с сотрудниками администрации, смогли задать интересующие вопросы. Депутаты, в свою очередь, рассказали о деятельности окружного совета.